службу в рядах вооруженных сил не все считают своим долгом. В этом году в розыске находится 84 анапчанина призывного возраста. Правда, число уклонистов в два раза ниже показателя прошлого года. По осеннему призыву 2013 года лучше всех отработал Гайкадзорский сельский округ и станица Анапская. В этом году, чтобы весенний призыв прошел еще лучше, чем в прошлом, военкомат дал списки призывников администрациям сельских округов за месяц до начала призыва, а не как прежде, во время призыва. А вот уклоняться от воинской службы не советуют никому. По исполнении 27 лет проблема не устраняется. С 1 января вступил закон 170-й. Теперь на призывную комиссию, вот эту нашу призывную комиссию, еще ложится одна нагрузка. Теперь мы будем выносить решения по гражданам, которым исполнилось 27 лет, они не проходили службу в армии. Теперь мы будем по ним решения принимать. Законно он не служил в армии, либо незаконно. И будем в военном билете писать. На каком основании он не служил в армии? Как и прежде, отсрочку от службы получат выпускники всех учебных заведений, чтобы сдать ЕГЭ и получить дипломы. За разъяснениями по любому вопросу можно обращаться на Анапский призывной пункт. Лариса Басова, Максим Лагоша, Анапа регион.